мы провели определенную работу и в преддверии снега, в преддверии зимних непогод хотели отчитаться о проделанной работе, какое же количество техники будет в этом году заниматься устранением и уборкой снега, и готовность наших предприятий, и какие улицы, в каком количестве будут убираться. Значит, прежде всего хотел сказать, что в этом году у нас будет задействовано и готово к работе порядка 130 единиц снегоуборочной техники. Это посыпочной техники 48 единиц, снегоочистительной техники 56 и погрузочной 26. На сегодняшний день городом заготовлено порядка 30 тысяч тонн смеси. Это и песчано-соляная смесь, а также в этом году мы будем проливать все спуски, узкие подъемы специальным раствором, который не будет оставлять после себя мусора возле обочин. И это будет достаточно неплохой по прошлому году эффект. Будем использовать практику прошлого года, когда в случае обильных снегопадов у нас был перекрыт въезд большегрузных транспортов в город. Если у нас сложится такая ситуация, как все, которые люди наблюдают по телевизору и видят, что происходит в городе Киеве, там руководству города, к сожалению, можно только посочувствовать, потому что действительно было, выпало аномальное количество снега, и киевским коммунальщикам достаточно трудно с ним справляться. Ну, будем надеяться, что у нас погода тоже не обойдет стороной и будет к нам более лояльно, чем к городу Киеву. Но в любом случае мы справимся. В этом году в титульных списках на уборку улиц от снега попало 420 улиц. Это на 85 улиц больше, чем в прошлом году. То есть мы провели анализ всех транспортных потоков, всех проездных частей, проездных дорог на микрорайонах и добавили еще в титульный список улицы, которые в прошлом году не убирались. В настоящий момент их количество составляет 420 улиц. Будем аномально убирать. Будет аномальное количество, будем аномально убирать. В прошлом году были какие-то проблемы? Нет, хотя в прошлом году тоже снега было достаточно немало. Но в прошлом году у меня не было возможности подготовиться к этому всему. Не было ни песчано-соляной смеси, ни ропы, ничего не было. Не было даже резины зимней на технике. Как-то справились? Справились. Я думаю, в этом году, уверен, в этом году справимся точно так же. 30 тысяч тонн. Это песчано-соляная смесь. 30 тысяч тонн. Стратегический запас топлива есть, стратегический запас песка, горюче-смазочных материалов, запасных частей есть, проблем никаких не видим. Более 130 единиц техники, и новая, и старая. То есть, ну, самая старая техника, которая занимается уборкой снега, если не ошибаюсь, это транспортное средство 2002 или 2003 года. Есть более старые бульдозера, но они используются в крайних случаях.